Вниманию налогоплательщиков, теперь все счета за имущество, землю и транспорт нужно будет ежегодно оплачивать до 1 октября. Так как времени осталось совсем мало, стоит уже сейчас озадачиться этим вопросом. Изменения произошли в оплате так называемого транспортного налога на роскошь. Ставки на мощность двигателя выросли, а автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей будут облагаться дополнительным налогом. Так, сумма всех сборов за дорогие авто будет умножаться на коэффициент от 1 до 3, в зависимости от цены транспорта. Льготные категории также будут платить больше. Со следующего года, если в этом году льгота по налогу на имущество, независимо от того, сколько у вас имущества давалось, если вы пенсионер, предположим, давалось на все имущество, со следующего года льгота будет даваться только на один объект. Если вы не придете и не заявите, на какой объект дать льготу, то, скорее всего, мы выберем самый дорогостоящий объект. Для того, чтобы вас рассчитывали по льготному тарифу, необходимо написать заявление на предоставление льгот. Со злостными неплательщиками теперь будут обходиться строже. Сумма долга более 15 000 рублей может стать основанием для запрета на выезд из страны.